друзья. Это мой очередной выпуск. И это мой первый выезд на снегоходе. Снегоход Скиду, модель Gran Torino Sport. Очень волнительно, если честно. Во-первых, зима такая не очень хорошая в отношении льда. Поздно лед встал. Так вот, это мой первый выезд на снегоходе, поэтому моей целью не является сегодня наловить много рыбы. Моей сегодняшней целью является привыкнуть к аппарату, ну и по возможности доехать до летних мест. Но самое главное, я очень переживаю про то, выдержит ли лед. Очень переживаю, потому что, во-первых, у меня нет опыта, во-вторых, лед уже покрыт снегом и абсолютно нифига не видно промоины, всякие слабые места, в общем, ничего не видно. Ну что, ребята, наливайте чай, как говорится. И смотрите. Интересно. Рыба идет. Сейчас может схватить. Маленькие. Опять маленькие окушки. Чуть-чуть еще побольше, чем предыдущий, но все равно. Пускаем. О, кто-то нарисовался, пошел. Ну, что ж ты, подбил его и все. Давай, атака, сейчас будет атака. Отсюда.
Форд Модер. Камера работает еще. Ну что, ребята, вот сегодняшний день ветреный и подошел к концу. Ветер очень сильный. Я, если честно, замерз. Завтра буду утепляться, хотя завтра уже обещают плюс. Вот так вот у нас погода играет. Ну что, подытоживание сегодняшнего дня. Костюм классный. Снегоход отличный. Эхолот супер. Эхолот у меня просится куда-нибудь, конечно, вот сюда. Все, ребята, завтра уже поеду искать рыбу. Сегодня я катался, привыкал к технике, все отлично, мне очень все нравится, даже больше, я просто счастлив. Если есть какие-то мнения, советы, предложения, пишите в комментариях. Я обязательно прислушаюсь, может быть, что-нибудь возьму на вооружение, может быть, вы что-то для себя увидите интересное. Ну, а сейчас пора прощаться, ехать домой, греться, пить горячий чай, думать, готовиться к завтрашней рыбалке. Завтра уже, надеюсь, найду рыбу. До встречи, ребята, пока!